Всем привет, меня зовут Ксения. Сегодня мы с вами честно поговорим о бинарных опционах. Оставлю свой честный отзыв. Не знаю, поговорим про брокеров, поэтому оставайтесь, если вам интересно. Досматривайте это видео до конца, обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях свое мнение. Для начала хочу перейти в площадочку и просто открыть какую-нибудь сделочку. Минуток на 10, чтобы в это время с вами поговорить. Сразу стоит отметить такую штуку, что я не зарабатываю сейчас бинарными опционами, я ими только играюсь. То есть вот иногда у меня есть настроение зайти в площадочку. Я бабах, зашла, поторговала, там, помогла, если у меня близкие люди попросили о помощи там на бинарках и так далее. Но в целом и в общем, мне это абсолютно не интересно. Откроемся на 15 минут. Даже не так. На 15 минут. Короче, мне нужно добить до 500 долларов, значит, открываюсь на 130 где-то. И, кстати, вот это вот депозит, разгон с 20 долларов. Сейчас все расскажу. А здесь я увидела голову и плечи. Посмотрите, плечико, голова, плечико. Даже нарисую, чтобы вам было более понятно. Я не буду вам оставлять ссылочку на данного брокера. Сами решайте, сами выбирайте. Я, честно говоря, устала уже от хейта в свой адрес из-за бинарных опционов. Парам-пам. То есть мы открылись на пробитие уровня шеи, вот этот уровень. И по нашему прогнозу цена должна пробить и уйти. Я думаю, что потенциал движения цены будет вот сюда. Нет, для начала, конечно же, вот сюда. Скорее всего, вот здесь от промежуточного уровня будет отскок. Ну ладно, время покажет. У нас с вами есть 14 минут и 5 секунд на обсуждение данной темы. Смотрите, чтобы прояснить ситуацию. Несколько лет я зарабатывала очень большие деньги, особенно для студентки, пока училась в универе, на бинарных опционах. Я купила себе квартиру, я купила себе машину, я купила машину там маме, брату. В общем, зарабатывала реально хорошо. Да, у меня еще были доп. Источники дохода, это партнерские программы, это арбитраж трафика, товарка и так далее. Но весь основной доход за несколько лет лежал на бинарных опционах. Только в этом году, когда я уже допустила несколько серьезнейших просадок, я поняла, что все, бинарки для меня, у меня в подсознании себя изжили, и мне пора как-то двигаться дальше, мне пора как-то развиваться уже в других направлениях. Да и уровень хейта начал просто зашкаливать. Поэтому все, оставила для себя бинарки как хобби. Вот провела на прошлой неделе марафон. Интересная комическая ситуация. Набрала всех желающих людей на разгон 100 долларов. То есть удвоить 100 долларов, чтобы люди могли свою соточку вывести и дальше, не нарушая правила money management, торговать на заработанную соточку. В итоге, короче, мы сливаем этот марафон к чертям собачьим просто. Я такая, да ёшкин кот, а я забыла перед началом предупредить, что это не 100% разгон, то есть что возможен вариант слива. Поэтому мне пришлось раскидать людям по 20 долларов, я частично компенсировала этот убыток и говорю, все, давайте с этих 20 долларов, что я вам скинула, разгоняться. По итогу, к концу марафона у большинства людей на счету оказалось 199 долларов, у кого-то на 34 доллара больше, потому что у них одна там сделка зашла, у некоторых она не зашла. Ну и кто-то, естественно, слился там. Позже сделка открылась, какой-то затуп и так далее. Но у большинства получилось это удвоение их сотки, но в 10 раз мы увеличили тот депозит, который по итогу я скидывала людям. Вот, я решила, что я буду какие-то марафоны по разгонам там депозитов иногда проводить. Оставлю вам ссылочку в описании на канал, где будет, если что, информация, если у меня будет какое-то такое настроение. В планах, конечно, нет вот регулярности какой-то или там четко проводить прям эти марафоны там чаще, нет. Но если у меня появится настроение или если появится какое-то видение рынка крутое, где я увижу, что я могу помочь на этой ситуации заработать людям, то почему бы нет? Вот, и сейчас у меня этот депозит, он просто мне поиграться. То есть я просто даже сейчас с вами зашла просто, чтобы показать вам пару сделочек. Очень на самом деле скучаю по вот этому вот азарту, по вообще по всему, что связано с бинарками. Но, тем не менее, блокировка со стороны Квотекса была, наверное, вот прям максимально подталкивающим обстоятельством, которое сказало, все. Надо что-то менять, надо идти в
в другое направление. По поводу брокеров бинарных опционов. Сейчас с этим стало намного сложнее. То есть ситуация в том, что если даже в том же там, в 17-м, в 15-м году еще давали заработать, нормально выводить огромные суммы и так далее, сейчас некоторые брокеры прям начинают офигевать. И в России как-то реально потихонечку-потихонечку, но прикрывается эта тема. Вспомните, раньше на ставках очень многие выводили прям крупные банки. Сейчас ставки блокируют все счета. С бинарками сейчас потихоньку будет происходить так же. Но меня радует, что еще пока что отсюда можно вытаскивать. Можно вытаскивать даже крупные суммы. Но всем, кто сейчас занимается этой тематикой, нужно быть готовыми к тому, что в любой просто момент лавочка прикроется и брокеры скажут «А-а, все». Все, кто выводит, будем блокировать. Так же, как сейчас происходит со ставками. Так вот, что вам скажу по поводу заработка. 95% людей, даже которые сейчас думают, что ой, все, я буду, короче, здесь еще пробовать пытаться зарабатывать, никогда в жизни не заработают. Абсолют только все свое. Сейчас объясню почему. Бинарные опционы это как ставки на спорт. То есть это что-то среднее между там нормальным рынком, валютным, невалютным и ставками на спорт. Вы ставите на то, где цена окажется через несколько минут. Из этого стоит сделать вывод, что это максимально просто вот какие высочайшие риски существуют. Вот это как раз максимальные риски, это бинарные опционы. То есть, приходя в данную сферу, приходя в данную тематику, вы должны приготовиться к тому, что здесь будет на вас давить вот эта вот повышенная, так скажем, рискованность. Далее. Шагаем по цепочечке дальше. Если у нас сильно мега прям высокий риск, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно проработать свою дисциплину. Всем людям я всегда, когда занималась обучением, когда давала сигналы, всем людям я давала четкий алгоритм, как вы можете заработать. Вот на тебе, на блюдечке, пожалуйста, соблюдай каждое правило, и ты будешь в профите. Но 90% людей, но правда у меня, кстати, те, кто учились, у меня сейчас пишут люди, мне точнее, пишут о своих результатах, что они там ушли с работы и так далее, меня это очень радует. Но все равно там подавляющее большинство новичков, тех, кто там пришли месяц, поторговали, ушли, это те люди, которые нарушают хоть одно правило. Так как вы можете говорить, что это все мошенничество, что вам никто не даст заработать, если вы сами нарушаете правила заработка, если вам дается полный алгоритм? Все трейдеры там, ну большинство трейдеров учат вас, надо делать так, так, так и так. Вы говорите, ну да, я так и делал, ну разве что вот это вот одно маленькое, вот это вот нарушил. Так вот это вот одно маленькое, то, что вы нарушили, оно вас и слило. Не то, что здесь нельзя заработать, не то, что это какие-то мошенники пытаются вас слить, а то, что вот это вот одно, блин, там поставил ва-банк, подумал, что сделка зайдет, не остановился там на трех минусах, грубо говоря, из-за этого слил депозит, ах, на бинарках нельзя заработать. Меня это сейчас и бесит. Меня бесит, что все люди, которые сейчас пишут про бинарные опционы, про то, что там про сигнальные группы и так далее, обвиняют в чем-то. Это те люди, которые, у которых не получилось, которые нарушили собственноручно эти правила, и теперь, а, здесь нельзя заработать, а, это мошенничество и так далее. Да ни хрена подобного, это не мошенничество, вы просто дебилы. Вы дебилы, кто не может соблюдать конкретный алгоритм. Если вы не готовы себя как-то держать в руках, если вы не готовы соблюдать эту дисциплину, то не нужно суваться в эту тематику. Не нужно вообще суваться в тематику, где вы можете потерять свои деньги, если вы не можете контролировать себя. Как вы можете держать свой депозит на плаву, если вы себя не можете удержать? Сейчас мне пишут, у тебя же была сигнальная группа, значит, ты вот это вот там разводишь и так далее. Да ни хрена подобного. Я обучала людей, я давала рекомендации, я тратила кучу своего свободного времени. Да, естественно, люди регистрировались по моей партнерской ссылке. Я получала процент с их торгового оборота. Все такие, да нет, ты сливала, чтобы получать процент от слива. Ребят, зайдите в любую партнерскую программу, да вот этого же Pocket Option. Если хотите, напишите в комментах, я вам скину ссылку на партнерскую программу Pocket Option. Зайдите, почитайте про тарифы, почитайте про то, за что вы можете получать от тех, кто зарегистрировался по вашей ссылке. Те, кому лень, там лезть читать куда-то, что-то искать, я вам скажу так. Например, на Pocket Option я получаю 4,5% от торгового оборота моих партнеров. На Limpy это было, по-моему, 3%. И вот все варьируется. На всех брокерах вы можете получать от 2% там, до 7%, по-моему, процентов, насколько я помню. И теперь логически думайте, зайдите, у кого есть ваши аккаунты торговые, зайдите в основную информацию, посмотрите, какой торговый оборот получается у вас и сколько бы я за вас получила. Ну, просто возьмите 4,5% от суммы вашего торгового оборота. Ух, как весело, посмотрите, у нас
как раз вот от этого уровня, про который я вам говорила, происходит сейчас ретест данного уровня. Он был поддержкой, стал сейчас сопротивлением, поэтому я более-менее не волнуюсь. Как вы видите, цена выходит за пределы этого уровня и возвращается обратно. То есть, по сути, у нас вот эта голова и плечи сейчас показывает пробитие. По сути, этот уровень сейчас по правилам должен превратиться в зеркальный. Так вот, посчитайте, сколько бы я получила с вашего торгового оборота. И сравните это с суммой ваших депозитов. Я не знаю, возьмите там 50% от депозита. И посмотрите, что 4,5% от торгового оборота это намного больше, чем ваши гребные там 50% от слива. Но это, естественно, для тех, кто торгует на долгосрок. И пожизненно получать 4,5% это намного круче. Это так, информация просто для математиков, которые такие, ой, сливаешь. Я неоднократно показывала свои доходы по партнерской программе, когда они были высокие, когда они были маленькие. Я про это всегда рассказывала. Поэтому ваши обвинения, они просто беспочвенны. В общем, минута остается до конца сделки, я хочу подытожить немножко все вышесказанное. Можно ли заработать действительно на бинарных опционах? Можно. Можно ли заработать много? Можно. Сможете ли заработать вы? Скорее всего, нет, потому что вы не соблюдаете все те правила, которых вам твердят поголовно каждый трейдер. Пытаются ли вас слить другие трейдеры? Ну, скорее всего, нет, ну, по крайней мере, большинство. Как выбрать брокера? Это уж давайте сами, я не буду на всякий случай ничего рекламировать, ничего вам рекомендовать, потому что, опять же, начнется хейт, тебя там купили и так далее. Сами читайте отзывы, сами смотрите. Все, меня эта тематика просто достала. Парам-пам! Сделочка в плюсик. Итого на счету $521. Чистый доход с последнего мною закинутого депозита $501. Я считаю, что неплохой результат. На этом видео будет подходить к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я желаю всем хорошего настроения, всем огромного профита. Всем-всем-всем пока.